Мараба, дорогие зрители и любимые хейтеры, мы в Алане, 24 марта, Клеопатра, Дамлатаж. И хочу сказать, с утра сегодня был какой-то непонятный ветер такой, довольно прохладный. И я даже вернулся, одел куртку кожаную, вот. Но несмотря на все это, люди купаются, потому что солнце припекает здесь довольно неплохо. И по градусам сейчас температура воздуха, я думаю, на солнце... Не знаю, на солнце, я думаю, минимум 25, не меньше, потому что вот печет, я стою, печет. А когда ветерок, то ветерок холодный, вот. Но люди купаются. Здесь вот сейчас в данный момент ветра почти нет, и мне реально припекает. Смотрите, вон малые купаются, местные купаются. Когда местные купаются, это тоже показатель, потому что они в холодной воде не купаются. Я думаю, что вода может быть даже 20 сейчас. Не 18, не 19, а может быть даже 20, но для меня это, конечно, вода все равно холодная. Ну, такая вот погодка. Такое вот количество людей, это Дамлатаж сначала, ну, лавочки все заняты, на море, скажем так, не очень много, но люди есть. Вот, ветер сегодня, я думаю, немножко сбил людям планы, многие ветра испугались, иначе тут бы был вообще аншлаг, потому что вчера было очень жарко. Все, увидимся, приезжайте в Аланию, там гонщики какие-то летают.